Vantage 77 STI, модель трассовых лыж от компании Atomic. Они усилены титаналом по сравнению со своей более младшей сестрой. На мой взгляд, они не очень сильно отличаются от без титаналовых лыж. Также уверенно входят в поворот, достаточно уверенно держат на всех типах снега в пределах трасс. Но по сравнению с беститоналовой сестрой, они дают меньше вибраций, и, соответственно, на них можно кататься на более высоких скоростях. Подойдут для девушек, которые любят спокойное катание и которые прогрессируют. Лыжа для среднекатающихся лыжниц, для продолжающих. Для экспертов она будет скучной, для начинающей, скажем, предпочтительнее будет выбрать беститональную версию. Разница в цене ощутима, а в ходовых качествах вряд ли вы ощутите. Талия 77 дает возможность кататься в течение всего дня по любым состояниям склонов. Просто где-то это будет более комфортно, где-то менее комфортно. Оптимальное состояние склонов – это мягкие, ухоженные трассы, маленькие скорости, маленькие и, ну, скажем, средние на высоких скоростях. Она уже не очень стабильна, дает вибрацию. Мы ее тестировали полгода назад в более жестких, суровых условиях, когда обледеневшие склоны были жесткие. И в целом на ней можно спуститься и по красной, но очень чувствуется нестабильность вибрации. То есть для лыжниц, предпочитающих агрессивное катание, модель не подходит. Рекомендуется как лыжа на весь день, как для больших гор, так и для небольших холмов. Радиус у нее средний, поскольку лыжа мягкая, то достаточно легко прогибается, запускается в короткую дугу, в средней тоже ведет себя достойно. Опять же, спокойное катание, скользяк здесь медленный, поэтому если вы боитесь скоростей, но хотите проходимую лыжу, ваш выбор.